Здравствуйте, это программа «Диаблога вечным», и я ее ведущий Михаил Кириченко. Как всегда, мы говорим с вами о том, что действительно волнует каждого. Темы наших бесед выбраны не случайно. Свидетельством тому является огромное количество вопросов, суждений, а порой и острых дискуссий на сайте нашей программы. Человек постоянно стремится к познанию как всего мира, так и самого себя. Зачем он здесь? Почему родился? Куда идет дальше? В чем смысл его существования? Познавая, человек ставит перед собой вопрос о достоверности знания, которое он получает. В мире, который на 80%, а уже и более, наверное, состоит из информации, вопрос о достоверности ее, об источниках, более правильных и правдивых, где ее черпать, становится все более важным. Итак, сегодняшняя беседа наша называется «Наедине с вечностью. Духовное, нравственное развитие человека. Где черпать знания?». С нами в студии поэтесса Лера Леонтьева, ведущая творческой гостиной «Резонанс» Пушкинской библиотеки, и священник Сергей Орлов, настоятель Преображенского храма в Воложине, заместитель председателя информационного отдела Белорусской православной церкви. Здравствуйте. Лера, «Наедине с вечностью» — именно так вы предложили назвать нашу сегодняшнюю беседу. И хотелось бы узнать, что лично для вас означает «остаться наедине с вечностью»? Для себя вы как-то расшифровали уже смысл этого понятия? Что произошло? Мы, дети, играли на лужайке, к нам иногда присоединялся мальчик под пасок лет 11, голубоглазый Василек. А произошло следующее. В поле его убила молния. Об этом печальном событии долго, конечно, шумели, разговаривали, но в конце концов мальчика проводили, похоронили, и на этом вроде все кончилось. А во мне только началось. Я что-то такое почувствовала в себе необычное. Не захотелось мне ни с детьми играть, не захотелось мне даже читать, я обычно любила. Перестала я почти есть, удалялась на задворки и только думала, прямо уставившись в одну точку. Где же Василек сейчас? Где этот мальчик чудесный? Мне говорили взрослые, закопали в землю, все на сём. Но с этим никак я не могла примириться. И все вот думала, где же этот Василек? Ночами не спала, а как-то сказалось на здоровье ребенка очень плохо. Что-то такое почувствовала в себе необычное. Не захотелось мне ни с детьми играть, не захотелось мне даже читать, я обычно любила. Перестала я почти есть, удалялась на задворки и только думала, прямо уставившись в одну точку. Где же Василек сейчас? Где этот мальчик чудесный? Ну, мне казалось, вот я мыслью все пронизывала космос, вселенную, ну, искала его, где же он на планетах, на звездах. В конце концов, я сама себе уже представляла с каким-то монстром, каким-то спрутом, который вот на всю вселенную свои щупальца раздвигает. Я не выдерживала, потому что была маленькой девочкой, и плакала, и тут родители, тут скорая, тут успокоительные лекарства, тут отключ. И вот утро после этого приступа, солнечное, яркое, сияющее, и я живая, я не поверила сама себе, я живая и прекрасно себя чувствую. И самое главное, что я поняла, что эта вечность, она и была со мной всегда. Просто не было возможности и случая вот подумать об этом, углубиться, понять, что вечность, она всегда с нами. И что Господь не мог создать мир так бездарно, чтобы мы мучились и страдали, чтобы все волнения наши, все труды были напрасными. Такого не могло быть, я это поняла. Отец Сергий, а на ваш взгляд, могут ли подобные стрессовые ситуации привести человека к пониманию смысла жизни, сущности бытия? И могут они вообще повлиять на духовное развитие человека? Ну, человек и развивается только в кризисных ситуациях. Если лежать под пальмой, когда рядом бананы и хорошая погода, как бы ты, у тебя нет шансов особо развиться, ты остаешься папуасом. Что еще здесь важно отметить, по-моему, в той истории, которую Лера рассказала,
сильное влияние вот на нее, я думаю, могло оказать и то, что мы находились в то время в ситуации вакуума, да, какого-то информационного. Не может, природа не терпит этой пустоты, и мы заполняем этот вакуум тем, чем попадется. И, к сожалению, туда всасывалось не только, не все хорошее вот в этот вакуум. Когда нету религиозного образования, когда мы оказываемся в такой ситуации, когда самим приходится искать знания, это можно уподобить тому, как если бы мы сами изучали математику. И получается, что у многих вот эта мешанина и понимание вечности, понимание смысла жизни, понимание жизни после смерти, все это нахватано из разных, богословских, религиозных... Эклектика, одним словом. Да. И, к сожалению, то есть не всегда вот такой винегрет полезен и хорош для сознания, для нашего. И приводит к духовному несварению. Да. Вот и та ситуация вот кризиса, в которую Лера попала, та ситуация незнания и та ситуация ожидания, что и с тобой такое может случиться. Вот как в «Мастере и Маргарите» он говорил, беда не в том, что человек смертен, а в том, что он может быть внезапно смертен. И когда ты осознаешь, что ты действительно все может закончиться неожиданно, и это... по закону теории вероятностей это происходит или нет, для человека это шок и кризис. Вообще стремление к самопознанию является одним из самых мощных и действенных двигателей развития общества. Но где найти вот правильные ответы на все эти вопросы? Задаются, кстати, многие посетители нашего сайта. Такой комментарий оставила на сайте программы Марина. Человек стремился узнать что-то новое о себе и о мире всегда. Способов сегодня, казалось бы, более чем достаточно. Но далеко не факт, что вся найденная вами информация будет важна и полезна. Лера, у вас есть проект, который вы назвали «Светлой наукой» Леры Леонтьевой. То есть, цитирую предисловие из вашей книги. «Наука о законах духовного развития человека. Новое мировоззрение. 21 век». Этот проект вы предлагаете использовать как просветительской работы, как с учащимися и студентами, так и с людьми старшего возраста. И кроме того, цитирую также, многие из цитат являются законченными образцами рекламы нового типа, духовно-нравственной. Довольно смело, должен сказать. Лера, вы сами какое значение придаете этому проекту? И на чем основана предлагаемая вами новая наука? На том, что ничего подобного в школах нету. Это должны были быть уроки нравственности, самопознания, гармония жизни. Вот примерно такие названия можно дать этому учению. Я вот в аннотации сейчас зачту. Значит, каждый монолог – это схема интересной беседы. По прочтении любого из монологов схем предполагается обсуждение вопросов, затронутых в коротеньких четверостишных откровениях. Темы их весьма различны. Земля и небо, человек и Бог, жизнь и смерть, добро и зло, тело и душа, личность и общество. Вы понимаете, неважно даже то, что как ребята обсуждают эти темы. Главное, что они уже ставятся, и они уже обсуждаются. После прочтения этой 4 минуты монолога схемы предполагается вот такая вот беседа с ребятами. Ну, ты уже направляешь их в какое-то русло, этим занят педагог. Хочу сказать, что, конечно, науке своей светлой я придаю большое значение, потому что я пришла с тем, чтобы принести эту науку. В детстве какая-то незакомплексованная, робкая была, как будто вина перед людьми. Я чувствовала, что мне нужно вот что-то сделать такое, чтобы у меня очистилась совесть. И с годами я все более понимала, что да, я должна что-то людям дать. Вот я даю сейчас эту светлую науку. Она еще в работе, но уже близка к завершению. Ну, сейчас подкреплю немножко стихами. Жизнь у нас сплошной экстрим. Беды мы легко творим.
а творим их потому, что не знаем, что к чему. Примитивному мышлению обучают в школе, удостоен изучения мир физический, не более. Вряд ли теми мы являемся, кем себе мы представляемся. Эта тема, без сомнения, ждет большого осмысления. Ведя в себе дознание, поймешь, как ты огромен. Ты космос, мироздание, лишь стань собою вровень. Ах, какие мы капуши, как устали наши души тормошить нас, убеждать и силком приподнимать. Главный предмет обучения – это ты сам, человек. Пробуй открыть в себе гения в новый, блистательный век. Человечеству подарок – светлая наука. Пусть она не без помарок, в ней величие духа. Моя поэзия для всех, ей гарантирован успех. Она бесхитростно открыта, а значит, с каждым сердцем слита. Свои стихи объединяю в огромный монолог. И ни конца ему, ни краю, но это лишь пролог. А что, на ваш взгляд, такое светлая наука Леры? Может быть, это какое-то новое прочтение или новый взгляд на религию? И как вообще, на ваш взгляд, помочь человеку разобраться в нынешнем информационном потоке? Как найти наиболее приемлемые пути духовного развития? Для меня вот появление каких-то новых наук, которые... Это светлая говорят... наука от Леры. Я всегда говорю, в мире на сегодняшний день миллионы книг уже написаны. Никто никому никогда не мешает. Нас так, все и всегда к совершенству толкает. Не все. И мы дополняем. Не все и не всегда толкает нас к совершенству. И нельзя сказать, что ваша наука дополняет христианскую науку. Анатолий Сергеевич спрашивает. Где черпать знания о себе, о мире? Задумайтесь, всегда ли вы извлекали уроки из собственных ошибок? Ведь личный опыт человека бесценен, а большинство оставляет это без внимания. Извлекайте ценные знания и уроки, анализируя собственные действия и поступки. Полезно и очень эффективно. Уважаемые гости, как вы прокомментируете мнение Анатолия? Сначала хотел бы спросить отца Сергия. Где черпать знания о себе и обо всем остальном? В первую очередь я говорю, что информации на сегодняшний день столько, что даже если бы человек каждую неделю прочитывал по книге, допустим, за свою жизнь он прочитал бы несколько тысяч книг, но это все равно было бы маленькой каплей в море той литературы, которая есть. Только литературы, не касаясь интернета. Поэтому важна избирательность, важна иерархия. Важно осознавать, что и с годами каждый вынужден осознать, что у меня все меньше и меньше времени, а я еще столько не прочитал, не сделал. И поэтому откуда черпать знания для верующего человека, понятно, что есть четкие первоисточники, что в первую очередь это Священное Писание, там и о Боге, и о человеке. Дальше святые отцы, которые настолько изучили человека с первых веков христианства, остались эти бриллианты и жемчужины. Я не уверен, что их что кто-то создал что-то можно... лучше. Да. Кто-то создал что-то лучше. Да. И, чтобы и сейчас многое создается. Действительно, и сейчас пишется очень много духовной литературы. И, как обсуждаемое сегодня. Я говорил бы о другой духовности все-таки. Я говорю о другой духовности, да. Я говорю о духовности внутри уже определившейся. Человек, определившийся с тем, во что он верит, как он верит, и примкнувшего... С точной системой координат. Да, да. То есть создавать новую религию, новую науку
Это очень, очень смело для меня. Вот, я хорошо отношусь, более пытаюсь относиться к людям хорошо, но я скептик. Вот да. Я такая смелая. Да, но я недоверчив, понимаете? Вообще недоверие – это христианская добродетель. Я не должен пускать к себе в душу все подряд. На каком основании я должен уделять? И не только я, а вот школа, дети, вы говорите, пожилые, которым остается не так много времени, все меньше для того, чтобы здесь что-то познать. Да. Почему они должны читать, не преподобного Серафима Саровского, не святые архимандрита Тихона Шевкунова, а Леру Леонтьеву? Вот. А потому что на собственном опыте убеждаюсь. Я же с молодежью имела дело, и вечера были какие-то, и беседы были. Я убеждаюсь, как это им нужно. Они говорят, мы это никогда не слышали. Честное слово, они мне говорят, мы никогда этого не слышали. Что нам это? Никогда то, что излагается. А учительница одна так сказала... А нужно ли это слышать? А учительница одна сказала, что я перелопатила, говорит, массу литературы. То, что у вас в одном монологе, говорит, так я вот перелопатила чуть ли не целую библиотеку. Понимаете? Это нужно очень. Я убеждаюсь в этом, когда вижу внимание детей, как они слушают, там нет ни двоечников, ни пятерочников, там все одинаковые внимательные глаза, они жаждут вот этого слова, настоящего, современного, чистого слова. Повлиять мы можем только на себя и в какой-то мере на наших детей. Лишь только сам человек вправе выбирать, как он хочет идти к Богу, устраивает его или нет то, что предлагают другие. Каждый должен идти своей дорогой по велению сердца и ума. Или разума. Отец Сергий, согласны ли вы с таким комментарием? Здесь этот человек еще говорит о том, что у каждого своя дорога, у каждого свой путь, но здорово найти себе попутчиков, здорово идти по дороге, не просто через лес, не зная, куда ведет какая тропинка, а здорово знать, кто с тобой, попутчики, кто протоптал эту тропинку, потому что разные тропинки жизненные в разные места ведут. Одно дело идти по тропинке, протоптанной святыми, другое дело безбожниками. Одно дело идти по тропинке, которую протоптали те, кто строили храмы, другую по тропинке... те, кто их разрушали. Да, да. И так далее. Это две крайности, да, но опять же мы все стоим перед вот этим выбором. Как в сказке, прямо пойдешь налево, направо, что хочешь сохранить, с чем остаться. Меньше думать, больше чувствовать. Любовь к людям, вот это самое главное. Меньше думать, если это такой людей, очень, очень опасный совет. Да. Ну, давайте вообще не думать. Тогда, если меньше нужно думать, значит, нужно вообще не думать. Больше чувствовать. А можно все-таки вот самый последний совет от вас. Где же все-таки искать правильную, полезную информацию, чтобы не тратить время на весь этот ворох бесполезной? Все-таки что является критерием? И направьте нас на путь истинный. Отец Сергий, очень прошу вас, не только нас, но и всех наших зрителей, Бог даст. Я могу направить с точки зрения религиозной и богословской. Да? Я могу сказать, где информация по изучению Священного Писания, по изучению святых отцов, множество сайтов. Предания, все-таки, наверное, еще да, и предания. Да, то есть это и сайты патриархии, есть замечательный сайт предания.ру, есть сайт православной энциклопедии pravens.ru. Те тома, которые выходят православной энциклопедии несколько томов в год, их уже около больше 30, они выкладываются в электронном формате. И это в первый раз такое, создается такая обширная энциклопедия с такой четкой системой классификации знаний по богословию. Вот. В этом отношении я бы направил в первую очередь на эти сайты. Конечно, к тому можно идти, опять же, к Богу через разные... Есть разные пути.
И, опять же, кто-то через музыку, кто-то через книги. Один епископ говорит о том, что главный проповедник христианства в 20 веке – это Федор Михайлович Достоевский. Через него тоже очень многие пришли к Богу. Вот. И важно... Важно осознавать, идешь ты к Богу или нет, интересуешься ты Богом или нет. Если, опять же, молитва, без молитвы это невозможно. Молитва – это беседа с Богом. И идеал, если кратко попытаться описать христианской жизни, он бы состоял из молитвы, общения с Богом, из чтения Священного Писания, из богослужений, исповедь причастия, из дел милосердия и пост. Это такие сугубо церковные вещи. Да? Кроме этого, есть наша, у каждого своя работа какая-то, да, у каждого своя деятельность, кто-то учится, кто-то уже работает. Но важно пытаться быть верующим и свою веру проявлять и в работе, пытаясь красоту православия, красоту своей веры реализовать через те таланты, которые тебе даны. Кто-то это делает на скрипке, кто-то это делает даже продавцом в магазине, пытаясь быть доброжелательным, радостным, пытаясь принести ну, что-то приятное, сделать для тех, кто приходит к тебе. А, ну, это не так просто, и сейчас это встречается чаще, конечно, и будем надеяться, что ну, вот постепенно в этом смысле теплеть будет вот, наш духовный климат. Спасибо вам огромное, отец Сергий, за ваш такой развернутый ответ. Лера, вы не ответили на предыдущий комментарий все-таки Никиты Гора о том, что повлиять мы можем только на самого себя и в какой-то мере на наших детей. И то, что каждый должен идти своей дорогой по велению сердца и разума. Я категорически не согласна. Вы понимаете, наши твердые тела здесь, а наши эфирные тела там, они вот так вот взаимодействуют все. Мы уже там влияем. Здесь тоже мы влияем, и без этого невозможно никакое общение. А как написано «Светлая наука»? Что я сама, мне голос диктовал? Нет, это все взято от людей, это их влияние, это их мысли, думы, так же, как и мои. Вот это идет перетекание. Я хочу парочку стихов уже на окончание прочитать. Можно, да? От людей к тебе идет масса всяческих забот в виде песни, в виде шкафа, в виде хлеба, в виде штрафа, в виде подлости порой к нам забот стремится рой. Ну, спасибочки ему, разберемся, что к чему. А это что, не взаимовлияние? Начинаешь понимать, все на свете благодать. То, что виделось как бред, оказалось не во вред. В нас берут начало тайны. Кто найдет к себе подход, тот, считай, универсальный ключ ко всем сердцам найдет. Слиты энергополя в общий эгрегор Земли. Ты это, в принципе, я. Все мы, выходит, свои. Сотвори себя, создай, помести в душевный рай и гостей к себе зови на простор большой любви. Свобода воли неотрывна, от чести и от долга, без них реальность примитивна, в усилиях мало толка. Что такое неведение? Неоплаченные счеты, заблуждения, нарушения, недостойные расчеты. Тот лишь современен, кто расти намерен каждую минуту от себя к кому-то. Если хочешь в жизни счастья, раскрывай души объятия, ведь они ворота Бога, в них нуждающихся много, много. Все ангелы вокруг, кто падший, кто не очень, ты всех зови на луг, подальше от обочин. Мы все такие схожие, друг в друге отражаемся. Мы все такие разные, взаимодополняемся. А задание таково у нас. Жизнь – огромнейшее поле, поле созидания. Зерна взращивать на воле – Божье нам задание. Мы друг другу должны помогать это делать. Разве это не взаимовлияние?
Все. Прекрасно. Мы сегодня замечательно друг на друга взаимовлияли. Я хочу напомнить нашим зрителям многочисленным, что вы сегодня были наедине с вечностью, а также с поэтессой Лерой Леонтьевой, ведущей творческой гостиной «Резонанс» в Пушкинской библиотеке, а также священником Сергеем Орловым, настоятелем Преображенского храма в Воложине, заместителем председателя информационного отдела Белорусской православной церкви. Большое спасибо вам за участие в программе. Хочу сказать нашим зрителям, что это была программа «Диалог о вечном», и я ее ведущий Михаил Кириченко. Присылайте свои вопросы, оставляйте смс, мы обязательно на них ответим. Делаем программу вместе. Счастливо!